Всем доброго времени суток. Наконец-то и у меня начался сезон. Давненько я что-то ничего не снимал. Ну как давненько? С речки, наверное, с осени. Вчера состоялось у меня открытие. Поймал одного акушарика какого-то непонятного, ельчишку и три пескаря. Сегодня собрался, ветрище. Дождичек какой-то накрапывать начал. Леску он мотает туда-сюда. Не знаю, что у меня получится с сегодняшней рыбалки. Может быть, получится как-нибудь от ноля уйти, а может, не получится. Ну, сами видите, даже вот такой небольшой речушки, и то он непонятные волны. Ветерок гадкий. Ну, хоть, может быть, пару пескариков каких-нибудь может удастся вымучить. Он даже здесь дугу выдувает. Вчера пришел так, чисто от балды, и был сильно удивлен, когда у меня что-то клюнуло. Оба, поклевка что ли была? Прям как-то у меня все так заиграло. Посмотрим, что сегодня. Сейчас. Ого. Видно, нет? Надеюсь. Пискари долбят. А может, ельчишки. Что, и все, что ли? Ну, уже проще. Уже кто-то клюнул. Все не зря пришел. Не знаю, было видно, нет поклевку на камеру. Что ветер дует, выдувает, вообще не поймешь, что где. Ну, будем ловить интуитивно. Пониже сейчас опущу, чтобы хоть не так леску выдувало. Все равно дует. Ладно. Что ж теперь? Сегодня у нас тропара. Катушка Митчелл. Леска 0. Ух ты! Поклевочка была. Леска 0,12. Мормышка где-то, наверное, 0,4 грамма. Ну и примак сейчас будем в ассортименте. Пока опарыша нацепил. Там еще куча силикона есть. Посмотрим, что выйдет. Ну, уже пару поклевочек каких-то было непонятных. То есть какая-то рыбка здесь все-таки есть. Посмотрим. Все не дома около телевизора сидеть. Хоть дождя нету, и то ладно. Мне тут некоторые граждане вопрос задают, говорят, проводки у тебя какие-то странные. Подрыгаешь, потом, говорит, это нету такого постоянного зуда. Здесь хотелось бы обратить внимание, что ловлю практически на течение всегда. Там его крутит, эту мормушку, как хочет. То есть моя задача немножко ее подправлять, чуть-чуть анимировать. А там течение уже всю работу за меня делает. Если на стоячей воде, да, там уже делаем полноценные проводочки. Эх ты! Надеюсь, видно было, но это пескарь. Да они так клюют. Ну, все-таки, хоть небольшая речушка, час времени. Какие-то непонятные поклевочки. Все же уже на рыбалке. Уже кто-то интересуется. А после зимы вообще красота. Ельца что-то нету. Еще, ну еще рано. Только-только у нас рыбка начала оживать.
Сегодня это, не знаю, наверное, по-моему, пятая рыбалка. Из четвертой рыбалки только удалось открыться. Ага. Кто-то интересуется. Были сейчас какие-то тычочки. Сейчас попробуем чего-нибудь сменять. О, о, о! Оба-на! Смотрите, что я поймал. Вот такой вот большой плотвень. Это надо дело запротоколировать, потому что не поверят. Вон, оказывается, кто там мне мозги канифолил. Ой, красота! Слушайте, ну это вообще, не знаю, кто-то любит большие трофеи ловить, а для меня и такая рыбка это за счастье. Сейчас мы это дело сфотаем. Плотвичка. Ну ничего так. Да, нормальная. Плотва как плотва. Опа. Шуршавенькая. Что, еще попробуем кого-нибудь половить. Может, еще что поймаем. А может, не поймаем. Ну, от нуля ушел. Уже хорошо. И как-то аж на душе порадостней. Ну, это поклевка прям что-то так вот, как зависло что-то на удочке. О-о! Теребит, пискари. Извергеш. Спиннинг из рук выдергивает. Не отдам мое. О, поклевочка. Вон, видите? Сейчас не буду выдергивать. Вот видите кто? Вот этот пискарь дергает. Ну, уже что-то расклевывается вроде. Сейчас здесь маленько половлю, пойду дальше туда на слияние. Может, там уже карасишки какие-нибудь. Вот иногда, когда клюет, вот особенно сейчас в начале сезона, даже вытаскивать неохота, просто вот чисто на поклевку посмотреть. О-о-о. Вот ты. Пискари. Может, и не пискари. Может, плотвичка какая. Или ельчишки. Может, уклейка. Та тоже как схватит. Силиконку, это как собака ее туда-сюда трясет. О-о-о. Смотри. Обманывает. Паразиты. Ну, хоть на поклевки посмотреть. Сейчас пойду дальше. Посмотрим, чем там речка дышит. О-о-о. Ой, о, как долбит. Смотри, что делает, а. Обманщики. Обманщики. Прихватики какие-то непонятные. Вроде как на карасевые похожи. Ну, не знаю. Ну, карась-то, по идее, должен уже помаленьку оживать-то. Ну, на мормышку ему рано еще клевать. Ого. Песконяры. Стукнет и бросает. Ха-ха.
О! Так, кого-то изловили. О! Песконяра! Супер пескарь! Надо вот с фото такого жирнюка. Вот он там житья не дает. Иди, плыви, может, тебя какой щукан съест. Песканчики-то жирненькие. Ну, какая-никакая, все ж рыба, все ж на рыбалке, не просто так. Уже не зря на речку пришел. Время, правда, не знаю, может, часик еще. Можно до темноты походить, но что-то сомневаюсь. Ладно, сейчас еще несколько забросов здесь, и надо еще там успеть пробежаться. Может, там что-нибудь клюнет поинтересней. Щука там, как обычно, кило на 3, может, на 4. Оторвал мормышку. Поставил сейчас черненькую, не знаю. Пока. Никто не хочет клевать. Ладно, пойдем помаленьку дальше. Сейчас вот здесь вот в кусты попробую. Что там такое? О! Палка поймал. Я все понял. В этой неправильной речке живет неправильная рыба. Уже минут 15 сижу. Ни тычка. Или рыб неправильный, или тут щукан стоит. Так, ладно. Пойдем посмотрим, что у нас здесь бывает. Да, поднялась водичка. Ух, сейчас карась зайдет, карасера. Уж окунек какой активизируется. Водичка-то поднялась здорово. Наверное, уже тайга начинает. Ну что, рыбалку, наверное, буду заканчивать. Что-то не хочет рыб клевать. Да уже темновато. Но все равно часик пошастал. Пару рыбок поймал. Сейчас там обратно пойду. Опять зайду на муток хоть. Пескариных поклевочек посмотрю. Вода поднимается, погода поганая. Поэтому вот такая вот канители приключилась. Ну ничего, сезон еще впереди. Успеем. Всем удачи на водоемах. Всем пока.